ли с ней на речку? Я спрошу у нее, как на лично. Ой, мама, я любил ее дергать за косички. И на тачке гоняли с ней на речку. Я спрошу у нее, как на лично. Ну, отлично. А я возле нее и так, ну вот беда. Не смотрит даже на меня, я простой пацан. Ведь даже если не сойдутся наши берега, за нее все отдам. Мы с тобой друзья, но сидя у костра, руки опускаются, о-о-о. Смотришь мне в глаза, знаешь, все только начинается. Ой, мама, я любил ее дергать за косички. И на тачке гоняли с ней на речку. Я спрошу у нее, как на лично. Одно отлично. Ой, мама, я любил ее дергать за косички. И на тачке гоняли с ней на речку. Я спрошу у нее, как на лично. Одно отлично. Подъезд на мальчике, обнимаю девочек. Ищут те романтики с пачечками семечек. Мы где-то в стороночке. Тебе не верится, что вот-вот закрутится, что вот-вот завертится. Я провожу тебя домой, ты вечером напиши. Я бегал и догнал, устал за тобой спешить. Теперь не отпущу, добившись таким трудом. Ты ведь знаешь, без меня будет не то. Ой-ой-ой. Мама, я любил ее дергать за косички. И на тачке гоняли с ней на речку. Я спрошу у нее, как на лично. Ой, мама, я любил ее дергать за косички. И на тачке гоняли с ней на речку. Я спрошу у нее, как на лично. Одно отлично. Ой, мама, я любил ее дергать за косички. И на тачке гоняли с ней на речку. Я спрошу у нее, как на лично. С тобой отлично. Ой, мама, он любил меня дергать за косички. И на тачке гоняли с ним на речку. Спрашивал у меня, как на личном. Теперь отлично. Ой, мама, он любил меня дергать за косички. И на тачке гоняли с ним на речку. Спрашивал у меня, как на личном. Теперь отлично.